Какова ледовая ситуация в Магадане? Мэр областного центра в формате ВКС обсудил с руководителями коммунальных служб проблемы города. Спецтехника ГЛУ срезает накат, расширяет проезжую часть. Сотрудники комбината зеленого хозяйства ведут механизированную уборку города. По дворовым все эти три дня выделяли по три звена, три погрузчика, и там при необходимости мы подключали самосвалы. Сотрудники КЗХ посыпают песко-соляной смесью лед, убирают снег и мусор. Однако в связи со штормовым предупреждением сегодня техника во дворах работать не будет. Как отмечают специалисты, она просто не справится, поскольку порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду.